Сергей Богданович, впереди третья игра за неделю. В каком физическом и эмоциональном состоянии команда подходит к матчу против «Факела»? В нормальном рабочем состоянии. Восстанавливаемся в основном. Понятно, что в таком графике сложно что-то над чем-то работать основательно. Поэтому больше акцент на восстановлении. Надеемся, что к «Факелу» подойдем в хорошей форме. Есть ли какая-то обновленная информация про травмированных игроков? Когда ждать возвращения на поле? Пока ничего нового. То, что про Андрея Мостового информация после обследования уже появлялась. Знаем, что это около 4 недель. То, что касается Родригао, продолжает восстанавливаться. Я думаю, может быть, тоже вместе с Андреем через пару недель начнет заниматься уже на футбольном поле, надеемся. И уже будет работать в ближайшей перспективе какой-то с общей группе. По поводу Димы Чистякова. Тоже пока ситуация достаточно сложная в плане понимания, когда он будет готов. В принципе, может быть, к следующей игре будет уже готовиться. Мы на это надеемся, по крайней мере. В Самаре Дмитрий Васильев дебютировал в качестве игрока стартового состава. Если можно, несколько слов, как вам игра молодого футболиста? Для его возраста достаточно неплохо сыграл. Были и хорошие моменты, были и ошибки достаточно простые. Но в целом приятное впечатление оставил. У «Факела» с одной стороны 4 поражения подряд на старте, с другой — гостевая победа на днях на ЦСКА. Как такое начало сезона характеризует воронежскую команду? Мы прекрасно знаем и главного тренера, и команду. Это команда очень неуступчивая. И что касается корреляции между качеством игры и количеством очков набранных, я думаю, здесь немного не повезло, потому что во всех матчах «Факел» забивает. И, конечно же, недобор очков связан с отчасти с реализацией, с другой стороны с невезением. Поэтому команда очень крепкая, она уже показала себя и в прошлом сезоне, и в этом сезоне. И легко с «Факелом» никому никогда не будет. Сергей Иванович, в последних матчах «Зениту» приходится варьировать сочетания в обороне и схемы, и качественный, количественный состав. Насколько это сейчас сложная задача, сложный вопрос для тренерского штаба? Я думаю, проблем всегда хватает. И сейчас они одни, в другое время другие. Мы отталкиваемся от того, что есть на данный момент. Те вводные, которые есть, есть определенные у нас вопросы, конечно, связанные, допустим, с качеством завершения, прежде всего, вроде бы подходов много, но качества немного не хватает. Работаем, будем исходить из той ситуации, которая есть, и будем думать, как на сегодняшний день играть так, чтобы была и игра хорошая, и очки, безусловно, нам тоже нужны. Да, сейчас есть травмированные, дисквалифицированные. В связи с этим, насколько актуально, чтобы тот же Марио Фернандес или, скажем, Коваленко побыстрее набрали форму оптимальную? Ну, конечно, нам важно очень, и не только Коваленко и Марио, которые уже присоединились практически по ходу подготовки, пропустили достаточно много времени. То же самое и Вендел. То есть проблем достаточно. Целая группа игроков поменялось, те, которые пришли еще не в оптимальной кондиции. То есть вопросы есть, но мы работаем.